Всем привет! Я сегодня проснулась с настроением попробовать что-то легкое, свеженькое. Вот захотелось мне какой-то такой весны. Но пока я подбирала для вас парфюм на сегодняшний обзор, мне на глаза попалась вот такая вот коробочка. Это аромат от Латафы, аромат унисекс, и называется он Адип. Вот так вот выглядит коробочка, и поверьте, вот она очень тяжелая. По весу она напоминает такой хороший том книги. И когда я ее открыла, я пришла в восторг. Я уверена, что вы сейчас вместе со мной просто прилипнете к экранам, потому что... Ну, я ничего не буду говорить, просто покажу. Внутри вот такая вот коробка. Мы ее открываем. Она выполнена в виде книги. Посмотрите, здесь каждая страничка просто вот какой вот она толщины. Это прям самый настоящий том, на страницах которого спрятан флакончик. Это настолько красиво, это, боже мой, я не видела такого никогда. Я думаю, вы такого тоже никогда не видели. Идеальный вариант для подарка. Какой-то прям гипер-мега оригинальный, красивый. Здесь еще на первой страничке вот такая вот арабская подпись. Просто восторг, восторг полнейший, не знаю, насколько это удобно, его достаточно тяжело доставать из страниц книги, но посмотрите, сколько здесь остается чистых листов, да, и в качестве подарка, например, вы можете на каждой страничке что-то написать приятное, какие-то пожелания. Я уверена, что для человека, который получит такой подарок, он останется в диком восторге. Сам пузырек выглядит вот так вот, ну, достаточно такой лаконичный, обычный, но стильный, как по мне. Берите на заметку в подарок для журналистов, для писателей, для людей, которые любят читать. Вообще просто бомба. Я не знаю, хорошо, что он мне попался вот сейчас, перед всеми праздниками. Если там внутри еще какое-то классное содержимое, я прям... Боже мой, очень красиво. Просто невероятно. Я в восторге, я не могу, у меня эмоции такие положительные с самого утра. Угу. Так, история тяжелая, ну, в общем-то, по внешнему виду это было понятно. Я чувствую здесь очень много трав, причем таких густых, зеленых, настоявшихся на солнце, уже немного суховатых, чувствую дым. Корицу, наверное. Ну, вообще, вот сейчас у меня травы и дым. Это вот две такие ноты, которые прям супер здесь как будто очевидны. Аромат интересный. Он необычный. Он не классический. Он тяжелый достаточно. Такой прям... Давайте посмотрим на пирамиду композиции. Мне почему-то кажется, что там что-то такое же оригинальное, как и упаковка. Композиция, кстати, новая. Выпущена она в 2022 году, так что запах не заезженный. Наверху у нас звучит корица, табак и ваниль. Честно скажу, ваниль здесь я не слышу. Здесь есть такая вот сладковатость, она буквально сейчас пошла. Но она настолько перебивается звучанием дыма и трав, что практически я ее не чувствую. В сердце здесь специи, дым, чабрец, гвоздика, не как цветок, а как специя, ут и травы. В базе кедр, сандал, пачули, мускус и черная амбра. Ну, посмотрите, очень тяжелая композиция. Прям такая она и есть, если честно. Красивая такая. Сложная, оригинальная, очень природная, такая вот дымно-землисто-травяная. Я думаю, что сейчас пройдет полчасика, у нас, наверное, начнет раскрываться ут, начнут раскрываться специи, пока что этого ничего нет. На мужчине я вот хорошо представляю, причем на таком уже достаточно опытном, зрелом мужчине. Думаю, она будет очень уместно смотреться. Давайте оставим ее часа на 4, я думаю.
Мне кажется, аромат будет стойкий, судя по нотам и первому впечатлению. И вернемся уже потом с вами к обзору. Но я, конечно, прям удивлена. Ну что, у нас с вами прошло 4 часа, как я и предполагала, аромат невероятно стойкий. Я уверена, что он продержится часов 12, не потускнеет. Не знаю, с чего начать. Первое, что хочу сказать, аромат больше древесный, чем восточный. Честно, не услышала здесь ут и очень этому рада. И каких-то таких супер пикантных восточных специй, пряностей тоже я здесь не услышала в раскрытии. Я слышу здесь очень много дыма, причем дым, он вот как в начале, да, заявляется громко, сильно, мощно, так он и держится на протяжении всего времени. Очень много древесных акцентов, слышу кедр. Слышу травы. Аромат очень густой, он очень природный. Это вот прям такое тяжелое характерное дерево. Очень яркое, очень землистое. Здесь очень много травы, такой вот прям уже сухой, насыщенной. Как будто ты входишь в маленький деревянный домик, стены которого увешаны просто такими вот сухими букетами из различных трав. И все это еще плюс дым, плюс костер, плюс табак, что-то. Нет никакой ни сладости, ни свежести, ни легкости в нем. Это очень тяжелая, густая история. Такая прям древесно-землисто-дымная. Запах очень интересный, и он очень необычный. Выбирайте его с осторожностью. Мне он понравился, да, но мне, в принципе, нравятся такие древесно-табачные запахи. Меня здесь, наверное, немножко смущают травяные акценты, потому что они здесь слишком яркие, слишком заметные. Я бы их чуть-чуть подубавила, и было бы прям идеально роскошно. Больше рекомендую рассматривать для мужчин, причем мужчин таких уже, ну, в возрасте, зрелых, опытных, статусных. Запах, потому что сильный, и на молодежи, наверное, он не так хорошо и круто раскроется, не будет так благородно звучать, а скорее будет душить. Мне кажется, такой аромат станет прекрасным подарком отцу. Или даже дедушке, да, вот такому прям уже мужчине в возрасте. И плюс, конечно, невероятная упаковка, да, вы покупаете флакончик, а получаете вдобавок еще целую книгу, которую можете списать приятными словами, пожеланиями какими-то. Я уверена, что человек, которому вы преподнесете такой подарок, останется в диком восторге, и какие-то бешеные эмоции у него возникнут. Я до сих пор под впечатлением от коробочки, я уже всем своим друзьям сфотографировала, сняла, отправила, и все в удивлении спрашивают, что там внутри за аромат, всем хочется. Попробуйте. Попробуйте его. Если вас не смущает такая вот его землистая травянистость, если вас не смущает наличие дыма, если вы готовы к такому долгому, очень продолжительному, твердому, громкому звучанию, оцените. По крайней мере, точно будете удивлены.